Сегодня в меню блины 3 стакана. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца 2 штуки. Соль 1 щепотка. Сахар 1 столовая ложка. Вода 1 стакан, кипяток. Мука пшеничная 1 стакан. Масло растительное 2 столовые ложки. Молоко 1 стакан, стакан объемом 250 мл. Из указанного количества продуктов получается небольшая стопочка блинчиков, рассчитанная на 3 порции. Если вам нужно большее количество, ингредиенты удваивайте, но придерживайтесь процессу приготовления. Подготовьте ингредиенты. В чашу разбейте яйца, добавьте сахар, соль. Взбейте венчиком. Добавьте теплое молоко. Взбейте венчиком. Всыпьте муку. Размешайте, чтобы не было комочков. Влейте крутой кипяток тонкой струйкой, перемешайте до однородного состояния. Влейте 2 столовые ложки растительного масла. Перемешайте, чтобы масло не отслаивалось от основной массы. Блинное тесто готово. Разогрейте сковороду, если необходимо, единожды смажьте растительным маслом. Выпекайте блинчики с двух сторон до румяного цвета. Готовые блинчики складывайте стопочкой и подавайте горячими. Чтобы приготовить идеальные блинчики, не нужно большого умения. Достаточно взять скромный набор продуктов, иметь немного времени, и вкусные, нежные блины готовы. Берите на заметку рецепт. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!